в Австралии. Ladies and gentlemen, we are set for our next fight of the night. Scheduled for 3 5-minute rounds in the ACB flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner. He stands 163 centimeters tall. His official weight, 56.9 kilos. His professional record, 11 victories opposite 3 defeats. Fighting out of Melbourne, Victoria, Australia. Please welcome Charlie El Guerrero Alani. Across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 168 centimeters tall. His official weight, 57.1 kilos. His professional record stands at 10 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Gold Coast, Queensland, Australia, please welcome Shannon, the Turkish Delight. And the referee in charge of the action, Greg Clemens. Ну что ж, представлены бойцы друг другу еще раз и почтенной публике. Ну и ждем начала поединка. Шеннон Росс против Чарли Аланиса. Будем вот этого вот парня уже, Шеннона я имею в виду, Россом называть. Хотя в некоторых данных он, как мы уже говорили, Маккеллан. В разведке начинается поединок. Ну, в общем, как и обычно, большинство боев так пытается нащупать дистанцию Аланис. Стомпы выбрасывает фронт-кик, его исполнил. Ну, кстати, также четко собранный такой достаточно, то есть не расслабленный, в отличие от предыдущего поединка, как мы с вами наблюдали, бойцы. Здесь хорошие стойки у того, у другого, хлесткие удары, довольно-таки плотные. Двойку, да, сейчас выбрасывает точно в челюсть своего соперника Шеннон. Интересно действует Чарли. Ногами и внутренний лоу, потом такой стомп получился тоже. Хорошая скорость очень. Ну, точнее, пока что все-таки Шеннон Росс. Ну вот, бэкфист в его исполнении. Хорошо чувствует очень дистанцию Аланис. Вот оттянул голову, попытался перевести в борьбу, но тут же Шеннон поднялся на ноги. И, кстати, позволяет себе Чарли тоже так вот, спокойно двигаясь, отошел назад, опустил руки, встряхнул их, чтобы они не забивались, потому что в стойке все-таки довольно-таки тяжело держать их постоянно наверху. И продолжает снова работать издалека пока. Вот Шеннон дернул, но не сразу. Ищет варианты, конечно. Да, вот, вот попал, попал, хорошо. Опять искал возможности в борьбе Аланис, но не получилось. По-прежнему хорошая, кстати, стойка. Такая, я имею в виду, хорошая стойка в плане не только того положения, в котором находятся бойцы, но и как они демонстрируют нам ударную технику. Ну, скорость Аланиса действительно сейчас намного выше. Это бесспорно. Но вот точных попаданий, пожалуй, все-таки поменьше. Хотя вот сейчас... По защите все пришлось. Но варьирует какие-то свои атаки Аланис. И вот раз за разом уже чувствуется, он все-таки пытается подойти поближе, там, расслабить соперника ударами и перевести в борьбу. Пока просто перевод не получается. Сбрасывает все захваты Росс. Похоже, что вот сечка на левой щеке у Чарли Аланиса. Сечка или гематома просто? Ну, что-то покраснело точно. Сказать сложно. Ну, увидим. Увидим, стоит ему только повернуться другой. Ух ты, попадает навстречу, отлично. Аланис. Да, посадил он Шеннона Росса на пятую точку, но тот скакивает, как ни в чем не бывало. Да, есть рассечение на скуле у Аланиса. Он сейчас так показывает, призывает к активности своего соперника Чарли. Шеннон. Ух ты, вот это вот здорово, подловил как раз на плечо, вышел в сторону. То есть такой необычный прием, довольно-таки часто его не встретишь. Бывает, его отрабатывают в том числе даже и в боксерских залах, когда соперник идет на тебя, уклоняешься, пробиваешь, ну не пробиваешь, да, он даешь ему возможность наткнуться корпусом на плечо и оказываешься за спиной. Аланис активнее. Нельзя не
заметить. Вот очередные попадания в его исполнение. Он делает паузу. Вот, и вот эти паузы Рос просчитывает. Потому что Аланис пробивает три удара, зависает на этой же самой ударной дистанции. Есть возможность Шеннон отвечать. Ну что Шеннон и делает, действительно. Но вот... скорости бы, конечно, добавить Шеннону. К его действиям. Минута до конца первого раунда. Вот так в темповом стиле старается Чарли Аланис действовать, но никак не получается прихватить. Он уже раскрыл, по сути говоря, все карты вот своему сопернику, потому что ни раз, ни два пытался пробраться в борьбу, но этого пока не получилось, и постоянно все эти захваты срываются. Опять в клинче очень здорово работает Рос. То есть короткий клинч буквально пробивает коленом, тут же оттягивается на дистанцию шину. Опять не получается. Очередная, да, попытка. Тейкдаун исполнение Чарли Аланис. 10 секунд до конца раунда. Возможно, эти попытки нужно уже приостановить, дать возможность сопернику, который сейчас в концовке неплохо попал, дать возможность сопернику поработать, отбиться в стойке, а дальше посмотреть, может быть, тот сам попробует в партер перевести. Очень неплохое колено было в исполнении Шеннона Росса в конце. Прокинул он своего соперника. Больше давить рекомендует Чарли на своего соперника, активно работать джебом. Но естественно, если у него хорошие быстрые руки, почему бы этим не пользоваться? Вот здесь, кстати, на повторе здорово заметно выбрасывал правый снизу в область селезенки. И вот здесь как раз тот момент, когда посадил на встречу ударом своего соперника как раз Чарли. Но здесь обменялись такими любезностями в первом раунде, и тот, и другой. Сначала вот как раз то, что нам показали на повторе, упал Шеннон. А потом в концовке уже Чарли тоже после пропущенного удара коленом откатился назад. Второй раунд. Все так же активен Чарли Аланис. Все так же ищет варианты ждет, Шеннона. Да, пауз в его атаках Шеннон Росс. Кстати, надо отметить, что Аланис, он принимал участие в шоу The Ultimate Fighter 24 сезон, но, правда, проиграл в первом же бою, дрался там с Стивом Эллиотом и попался на удушающий прием. И, в общем-то, после этого вылетел. Но, тем не менее, вот так вот с именитым персонажем тоже подрался и в UFC засветился чуть-чуть. Ну, да, проигрывать такому парню, как Тим Эллиот, что называется, не стыдно. Это все-таки очень уважаемый человек, да, высокого уровня. Ну, хотя Чарли Аланис сегодня тоже показывает очень неплохой уровень. Но излишне, да, мне кажется, все-таки вот мы уже отмечали это по ходу первого раунда, излишне он рвется в борьбу. Мне кажется, с его скоростью, вот с его умением работать и варьировать свои атаки, может активно перебивать соперника. Здорово сместился в сторону от удара коленом в прыжке, который носил Шеннон Росс. Все-таки достаточно, да, вот сейчас уже однообразно действует Чарли Аланис, как, Роман, вы отметили уже. Просчитывает его действия Шеннон, хотя подловил навстречу, но да, вот и почему бы вот здесь, из этого положения, Аланису не пробраться уже в борьбу, к чему он так стремился активно. Как только была возможность, он сразу решил перейти в стойку. Может быть, не, психологически не готов работать сразу в борьбе, а нужно вот уронить соперника. Но ну, это уже вот вопрос. Возможно, да, и занять сразу выгодную для себя позицию, возможно, в этом дело. Ну, сложно будет Чарли добиться именно этого в таком поединке. Ну а Шеннон, вот, по крайней мере, по лицу Чарли кажется, что попадает больше.
Он сейчас чуть пристреливается, и поплотнее стали удары у Росса. Хотя он так менее скоростной, конечно, но просто вот сами ошибки Чарли, которые он допускает, они, в общем-то, и приводят к тому, что Аланис пропускает удар. Миновала половина второго раунда. Вот сейчас мы перевалили за экватор всего поединка. Хороший размен. Да, здорово. Очень так ловко обменялись. Очень ловко, да, отвечает Шеннон Росс. Пропустил, пожалуйста, давай, знаете, отвечу тем же самым. Двоечка, от которой увел голову Чарли в сторону. И побежал сейчас Аланис сам вперед. Достаточно мало работают ногами, кстати, хочется заметить. Оба соперника боксируют все да. больше. Причем надо отметить, что Эль Герреро, он сам так практически одинаково защищается. Он уходит постоянно уклоном вправо. Такое ощущение, будто пытается прочитать татуировку, которая на боку у Шеннона Росса. Потом поднимается обратно, наносит удар. Опять уклон вправо, опять удар. То есть так вот не сильно. Причем уклон и иногда еще нырок добавляет, выныривая с другой стороны. Ну, читать там довольно много и довольно мелко, поэтому, наверное, не стоит. Надо было в борьбу Чарли просто сразу перевести, этим, да, и там почитать. Ни в коем случае, да. Ну, вот хорошая двойка. Вот здесь здорово с дистанции попал, вообще без вопросов. Скорость, кстати, надо отметить, что у Чарли Аланиса не снижается. Да, кардио очень неплохое он показывает. Ну, а Шеннон вот сейчас даже коленом. Да, вспомнил коленом. О том, что, да, можно ногами бить. Левый боковой. Хорошо зашел. И на джебы периодически так завидной регулярностью Шеннон Росс натыкается. Но, правда, эти джебы его не очень сильно беспокоят. Там лоб получился еще рассечен у Аланиса или просто кровь размазалась? Похоже, да, на рассечение, но несколько непонятно. Ну, посмотрим в перерыве, да, если будет возможность. Неплохой middle kick. Под локоть залетает у Шеннона Росса. И по-прежнему боксирует с ним Чарли Аланис. Выставляет вперед ногу. 10 секунд, даже меньше остается до окончания второго раунда. Ну, сейчас, судя по всему, все-таки размена не будет. А бэкфист хорошо. Вот четко, фактически перед сиреной. Считанные секунды остаются до начала последней пятиминутки, последнего отрезка этого поединка. Напоминаем, это наилегчайший вес Шеннон Росс, Чарли Аланис, австралийцы. Да, и вот как раз яркая иллюстрация этой весовой категории. Очень хорошая скорость, но при этом не самые мощные удары. Попадает низко Чарли Аланис, имеет возможность Шеннон Росс восстановиться. Совсем немного, да, судя по всему, ему понадобилось. Да, он сразу же уже, да, рвется обратно в поединок. Хороший влоу по внутренней поверхности бедра. Ух ты, вот зацепил. Все-таки вывел из равновесия немножко Аланис своего соперника. Попадает Аланис. Чарли поплотнее на ногах сейчас стал. Чуть меньше двигается и помощнее стал именно корпусом дорабатывать, доносить удары. Здорово. Очень хорошая здорово. Двойка в челюсть, да, точно.
Вот здесь вот ответ от Росса был очень показательный. Так по плечам скользнули его удары, и ни один даже не зацепил его соперника. Лоу-кики наносит Шеннон. Несколько... Ну, их следовало бы, наверное, добавить. Непонятно, да, зачем, потому что слабое и не имеет это особого действия. Ну, возможно, накопится, но не сейчас. А сейчас вот что было? Попадание в глаза, судя по всему. Да, судя по всему, в глаза попал Чарли. Вот момент. Ну да, наткнулся. Здесь просто так выбрасывал Аланис удар, и получилось, что на сгиб перчатки попал. Так вот, то есть здесь не открытые пальцы явно. Вот, но все равно Рос глазом зацепился. Ну, причем здесь вот на повторе вообще похоже, что больше в переносице удар пришелся, чем... Ну да, что называется, игровой момент, ничего такого намеренного, по крайней мере, в исполнении Аланиза мы здесь не видим. Ну и смотрите, как активизировался Шеннон. Решил, что все, хватит с меня, надо уже атаковать агрессивно. Но ненадолго его хватило, пару джебов от Аланиза быстро его осадили. Бэкфист мимо цели. Хотя задумка была неплохая. Все так же, вот колено. Ну, варьирует сейчас, пытается подыскивать варианты Шеннон Росс. Ну и заметьте, Роман, никто уже из соперников, по крайней мере, Аланис в частности, не делает попыток перевода боя в партер. А вот понял, что бессмысленно, то есть он просто на руках соперника переигрывает. Да, только вот, вот только теперь обратный ответ. То есть теперь извиняться вынужден Шеннон Росс. Довольно-таки близкий зеркальный бой получается, да, что вот в моментах взаимообмена ударами, да, то есть один нанес, второй нанес, такие два реваншиста. И теперь вот также по глазам попали. Кстати, видели мы, что разбиты губы у Чарли Аланиса. Ну и да, и на скуле вот у него сечка есть. И еще несколько гематом на лице, уж как минимум. Неплохо отвечает справа. Вот издалека, наконец-таки, Рост джебами работает. Да, понял, что уже, ну, он все-таки чуть повыше своего соперника. Что издалека можно с не меньшей активностью работать, а ущерба принимать на себя поменьше. Чувствуется, что уже несколько устали. Оба австралийца. Ну, то есть, опять же, джебом достает Шеннон Росс. Аланис редко-редко, когда выбрасывает удары ногами. Но Россу, наверное, вот сейчас уже поздно, я думаю. Но, наверное, изначально следовало бы больше уповать на лоу-кики. Даже несмотря на то, что они у него легкие, они все равно беспокоящие. Их коэффициент так или иначе накапливается. И в той или иной степени Аланис бы замедлился. Ну вот, прошел. И все. И закончилось локтями навстречу. Дважды отработал Шеннон Росс по попытках посечь соперника. Да, в общем, достаточно бессмысленная попытка тейкдауна была сейчас в исполнении Аланиза. Ничего, он не добился, а даже потерял, я бы сказал. Вот те самые два удара локтями. Шеннон Росс. Аланиз так, сейчас... опять же, держит дистанцию, да, вот уже не только джебы подключает. Аланис, потому что встал на ногах сейчас. Он просто встал перед соперником. До этого он неплохо смещался, успевал сократить дистанцию, снова ее разорвать. Был быстр. Сейчас вот на фоне усталости коэффициент его скоростных умений резко снизился. Менее минуты до конца этого поединка. Остается 50 секунд. Вот, подставил. По-моему, первый раз, когда сблокировал. Ну, а вот сейчас Аланис уже не успел. Перкот. Здорово. Вот такой ответ. Ну, практически вот классический бокс с элементами периодически кикбоксинга мы с вами наблюдаем на протяжении всех трех раундов. Я бы даже сказал, с элементами ММА, потому что, ну, попытки тейкдаунов также были. Но да, это классический бокс.
в таком открытом варианте и ну, таких КМСов. Пожалуй. И да, перчатки все-таки несколько не из того вида. Финальная сирена. Ну, неплохой размен, достаточно скоростным получился конец этого поединка. Но очень сложно определить, кто будет победителем, потому что действительно все близко достаточно. И какие-то вот, может быть, единичные эпизоды могут все решить свою пользу. Да, и ударов было достаточно много в исполнении обоих оппонентов. И точность была почти одинаковая. И активность, в общем-то, тоже увидим, что же скажут судьи. Ждем судейского вердикта, но достаточно тепло поприветствовали друг друга после окончания поединка и Шеннон, и Чарли. Но посмотрим, кто будет из них радоваться победе, а кто сокрушаться того, что чего-то не доделал. Сложные подсчеты, очевидно, сейчас у судейской коллегии. Много цифр, много... А вот и все готово. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at cage side are all in agreement for your winner by unanimous decision in the red corner. И все-таки единогласным решением судей Шеннон Росс одерживает победу. А вот мы говорили, что будет сложно подсчитывать, а в итоге судьям оказалось не очень. Ну, поздравляем Шеннона Росса с победой. First of all, what a fantastic fight you put on for all the fans here at ACB 88. What a tough battle. This was the battle of the flyweights in Australia. Give us your thoughts on that performance and Charlie Anise as an opponent. My thoughts is I'm number one in Australia, baby. Thank you. Charlie is tough as hell, man. I hit him and he hit me, and we put on a show for the fans, and they paid for what they deserve, so I'm glad we gave it to them. And it was an honor to call it as well. We enjoyed the fight. Me and Frank Mir said we gave you both huge praise, but that's two fights now in ACB, two wins. What do you want next? Yeah, that's two fights, two wins. The first, a black belt from the UK, and now an Ultimate Fighter competitor. Give me a top five, and once I'm done with him, you can bring Asghar down here. I like the sound of that. Shannon Ross, what a fantastic performance. Give it up for all your fans. Well, hey, thank you for having me, ACB. I appreciate it. I love the show. You support the fighters great. ACB is going to be number one real soon. Hey, we believe in that. Shannon Ross, give it one more time for your winner. Ladies and gentlemen, please welcome...